Добрый день, дорогие друзья, компания Motolife приветствует вас. Данное видео посвящается свободному мотоциклу. Перед вами Kawasaki KLE 400. Последние цифры номера рамы 5958. Такой вот весь в своем стандартном исполнении. По пластику, по внешности. Единственное, что было сделано, это перетянута сидушка на нем. И поменены колодки перед и зад. Итак, пробежимся по его состоянию. Поворотники оригинал, все целенькое, все на своих местах. Также оригинальное ветровое стекло. По пластику есть такие жизненные небольшие недочетики. Все крепежные элементы, все на своих местах абсолютно. Аракал в хорошем состоянии еще. Гофры мягенькие, не высохшие, не порепанные. На переднем крыле также есть небольшой недочетик по лакокрасочному покрытию, но крыло целое, не ломанное. Передняя покрышка, можно сказать, новая практически стоит. Менять не нужно будет. Спицы с минимальными окислами. Как говорилось ранее, колодки передние мененные стоят абсолютно. Тормозной диск. Можно сказать, реборда практически мы не наблюдаем, не чувствуем. Радиатор, соты все целые. Стоит защита картера, так сказать. Все замечательно, вся ровненькая, нигде не подбитая. Лапки, подножки, все целое. Оригинальный выхлоп. Пластик с этой стороны целый, не ломанный. Ну, видно, что местами немножко лак полез. Но, опять же, это лакокрасочные моменты. Задние поворотники, стоп-сигнал, все целое. Планшетка подкрепления. Кофра багажного. Задняя покрышка полностью соответствует передней. Можно сказать, практически новая стоит. Замены также не требуется. Тормозной дизайн тоже без реборда. Колодки новые. Спицы также с минимальными какими-то окислами. Задний амортизатор, что немаловажно, в хорошем состоянии. Отлично себя чувствует, работает исправно. Задняя звезда не съедена, зубья не подтянуты. Цепь смазана, обслужена. Натяжка на середине. С этой стороны подножки, лапка переключения скоростей, все целенькое. Пластик также весь целый. По баку есть небольшие недочеты по лакокрасочному покрытию, но бак нигде не мятый. Единственное, только вот здесь небольшая как будто тычечка есть, но в глаза она не сильно бросается. Аракал также весь целый, все хорошо. Нестандартный руль стоит, проставки поставил японец для более удобной посадки. Пробег у данного мотоцикла всего 11 тысяч километров составляет. Запускается. Холостые обороты держит. Двигатель работает ровненько, без посторонних шумов абсолютно. Замечательно все. Проверим работу световых приборов. Ближний у нас горит, дальний переключается. Поворотник один, второй. Все замечательно. Задний поворотник. Второй. Стоп-сигнал. Исправно. Ну и сделал небольшой круг, зафиксировал работу коробки. Довольно-таки удобная действительно посадка из-за того, что руль находится высоко. Нейтральный мотоцикл ищет легко. Более подробную информацию о нем можете узнавать у наших менеджеров.